Всем привет! Я Вероника, и в этом видео я покажу вам, как из дикой ваты или льняного волокна я делаю волосы для ватной игрушки. Желаю всем приятного просмотра! Волокно очищаю от мусора, вытаскиваю крупные кусочки. На голове ватной игрушки делаю надрез канцелярским ножом по линии пробора и слегка раздвигаю края надреза. Отделяю и отрезаю небольшие пряди от льняного волокна и засовываю один конец пряди в надрез на голове игрушки. Мне удобнее делать это маленькой отверткой. Смачиваю место крепления клейстером. Закрепляю таким образом пряди на одну и на другую сторону. Слегка смачиваю поверхность волос клейстером. И добавляю еще объем, закрепляю новые прядки поверх уже существующих с помощью клейстера. Руками, смоченными в клейстере, формирую нужную форму прически. Отделяю от волокна три небольших прядочки, растягиваю их, чтобы они получились как можно тоньше, и заплетаю в косичку. Для этого смачиваю все три прядки клейстером, скатываю их пальцами. Концы скручиваю между собой, чтобы зафиксировать. Примеряю косичку, отрезаю лишнюю часть и фиксирую ее на прическе, также с помощью клейстера. Таким же образом плету и закрепляю косичку с другой стороны. Я решила немного украсить прическу и покрыла косичку слюдой, предварительно разведенной в клейстере.